Вот она сборка на 100% отметки. Господи, я не на том играл. Да и сколько я их там развалил? Подожди, 5 танков? Господи, это просто... Это какой-то трэш. Появился новый способ получить все бонусы тарифа игровой. Мобильный тариф игровой от Wargaming и Tele2. Играй комфортнее, фарми больше. В чем безумство сборки на Мантикоре? А ты часто видишь алтоводов, которые катают на грунтозацепе, турбине и бензине? Очень мне интересно. И ладно, алтоводов, ты вообще когда-нибудь такую сборку видел, чтобы катали? Лично я нет. Господи, какая она сумасшедшая. Посмотрите, как она поворачивает. Нет, вы, наверное, не чувствуете, но... У меня ощущение, что ее сейчас просто занесет от скорости поворота. Поехали, поехали, поехали. Тут фланг сливается, надо крыть. Наташка, тащи бой, ФВ пишет. Какая Наташка-то, блин? Где у нас Наташка? А, вот Наташка, на Е4. Моя задача чисто их отпугивать. Ну и что-то подушить. Светить потихонечку тоже. Отвлекать. Всякие гадости, в общем, делать. Ну его нафиг, этого фотографа. Слушай, а этот фотограф-то ко мне едет, да? В гости. А мне это не очень нравится. Да серьезно, командира контузить? Ты такой засранец, а? Если б ты знал. А-а-а! Мимо! Башня не крутится, видите вообще? Блин, как я тебя не пробил, дядь? Как же я их красиво тут развожу, а? Боженька. Джерик, спасибо тебе за эту сборку. Она такая фановая. Я как юла какая-то. Неадекватная. Блин, даже командир нафиг не нужен. Это вообще чихать, хоть бы помог союзнику. Что за приколы? Вчера тебе присылал реплини во время стрима. Ты видел? Да-да-да, я посмотрю. Я посмотрю. Сборка веселая. Забыл вчера вообще про это.
На тебе под ножечку еще. По-моему, тильт у него. Дай бог здоровья Бадгеру. Ты думаешь, ты меня тут переиграешь? Очень интересно на это посмотреть. Подразним его, подразним. Еще говорят, я садист. Тот хлебушек, который раз забывает убрать этот бензин. Сори. Сори. Дядь, ты не хочешь помочь своему Бадгеру, а? Да ладно, уже можешь не помогать. Уже помогать некому. Вот она сборка на 100% отметки. Господи, я не на том играл. Сколько я их там развалил? Подожди, 5 танков? Ладно, 4. Просто 4 танка. По очереди. Кто следующий? Ага, хрен ты попадешь. Иди сюда. Сейчас фугасиком надо его еще убить. В борт, в принципе, рубки пробиваю спокойно. Ой, а это Фадин. Это Фадин, ребят. Это Фадин на Мантикоре. Красиво. Господи, это просто... Это какой-то трэш. Незаконный. Самое забавное, что я весь бой играл без командира, по факту. Зачем командиру ЛТ? Вернее, командир ЛТ. Зачем? Ну вот зачем? Одного мехвода хватает всем заправлять. Он и снаряды перезаряжает одновременно. И на газ жмет. Нормально. Как видите, все у него получается отлично.